какой самый страшный грех, я вам не скажу, потому что все грехи страшны. Один из самых страшных грехов для меня — это предательство. Вот все остальные грехи, ну, читайте Библию, там все описано. Но, на мой взгляд, предательство все-таки это вот самое страшное, на мой взгляд. Какой второй вопрос? Как жить? Вот как, чем руководствоваться в жизни обычному человеку, чтобы все было хорошо, да? На что опираться? Как жить? Да просто. Счастливо жить. Растить детей. Не забывать стариков. Работать над собой. Каждый день, в любом возрасте. Работать, работать, работать. И быть счастливым. Просто быть им. Я понимаю, что счастливы всегда только идиоты. Но если стараться быть счастливым и верить в то, что ты... Я не помню, кто из философов или писателей, по-моему, французских 19 века, сказал: «Счастье человека в умении ограничивать себя». Я очень долго не мог понять эту фразу. Это как? Потом понял. Это перестать завидовать. Если у соседа есть две машины, у тебя одна, это не значит, что ты несчастлив. Если у соседа есть одна корова, у тебя не одна, это не значит... Умей ограничивать себя. Будет у тебя корова, будет у тебя машина. Живи, будь счастливым, оно само придет. Работай над собой. Работай, работай, работай.